В Иванове завершено расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Ивановской области, жительницы Московской области и уроженца Республики Молдовы. Обвиняются они в торговле людьми и вовлечении в занятия проституцией, совершенной группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, в период с апреля 2012 года по май 2016 две жительницы Родников подыскивали на территории региона девушек, склонных к злоупотреблению алкоголем, испытывающих материальные затруднения, из неблагополучных или неполных семей, судьбой которых не будут интересоваться родственники, и предлагали им заниматься проституцией на территории Московской области, обещая высокий доход. Установлено 6 фактов продажи девушек, в том числе 2 факта продажи несовершеннолетних. В 2 случаях преступная деятельность обвиняемых не была доведена до конца по независящим от них обстоятельствам. Одна из девушек уже после ее продажи отказалась от занятий проституцией. Вторая была задержана сотрудниками полиции в точке оказания интимных услуг на трассе. После чего обвиняемый, осведомленный о ее несовершеннолетнем возрасте, отправил девушку домой. В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.